Обратите внимание на стильный жилет на пуговице. Номер лота 86-689. Цена 1390 рублей. Ты знаешь, Аня, мне безумно нравится этот в первую очередь цвет. Но у нас же весна на дворе. И сразу же настроение другое, когда видишь такие краски. Согласна с тобой. Действительно, весна – время обновляться. Весна – время добавлять в свой гардероб яркие краски. Но я хочу тебя удивить. Не только ярко-синий цвет сегодня есть в нашей коллекции, но и обратите внимание, есть еще одна расцветка, которая также очень модна и популярна в этом сезоне. Мы сейчас с вами ее увидим. Это зеленый цвет. Стоит также обратить внимание на то, что здесь идеальный крой. Ты согласна, что наша модель преображается? Да, я согласна. Получается, видимо, благодаря этой пуговице, да, как будто бы V-образный силуэт образуется. Ты знаешь, даже не то, что V-образный силуэт, часы песочные даже. Часы. Но обрати внимание, пуговица у нас слегка, чуть-чуть находится на завышенной зоне, не совсем на талии. Тем самым у нас еще и ноги удлиняются. О, это самая настоящая мечта любой женщины. Но также все мы мечтаем экономить. Мы предлагаем вам лучшую цену от нашего поставщика. Всего 1390 рублей. Разве это цена вашей красоты, вашей уверенности? Вкладывайте в себя, чувствуйте себя самой обаятельной, самой привлекательной и при этом экономьте ваш семейный бюджет. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Звоните по бесплатному номеру. Покупки делать у нас безопасно, потому что вам не нужно вносить никаких предоплат. Обратите внимание на этот насыщенный цвет. И какой приятный материал. Да, я согласна с тобой. Как раз появляется на экране вторая расцветка. Это зеленый цвет. Также у нас здесь с вами есть контрастная пуговица, которая будет также активно завышать зону талии, делая наши ноги более длинными. Но здесь ты абсолютно права. Ткань приятная и комфортная. Что самое главное, приобретая дистанционно, мы с вами будем уверены в том, что будет идеально под нас подстраиваться. Ведь ткань эластичная. Знаешь, я очень люблю эластичные ткани, но сразу я их проверяю на качество. Во-первых, я их сразу растягиваю и проверяю, будет ли она возвращаться обратно. Да, это очень важно. И да, действительно, ткань возвращается обратно. Она очень плотная, она хорошо держит форму. И что еще очень важно, как обработана данная жилетка. То есть, заглядывая внутрь, я уже проверила, что наши лацканы, которые отложные, они также имеют материал, который дублирует, который фиксирует и делает наше изделие всегда, наше изделие всегда будет выглядеть идеально. Потому что лацканы, имея дублирующие материалы, всегда выглядят опрятно. Мы с вами можем носить такую жилетку не только в повседневной жизни, но также она может активно участвовать и в деловом костюме. Стоит лишь добавить соответствующую рубашку, согласись. Да, я согласна. Это прекрасная альтернатива классическим скучным пиджакам серых, черных цветов. Разбавьте свой образ яркими красками и такой необычной моделью. И главное, экономьте вместе с телеканалом «Дисконт». Раньше цена на эту жилетку составляла 2990 рублей. Сегодня ваша экономия составляет 1600 рублей. А это значит, думать не надо. Звоните прямо сейчас по бесплатному номеру. Успейте заказать один из двух цветов, синий или зеленый, по цене всего 1390 рублей. Размеры от 50 до 60. Ты знаешь, Аня, сразу возникает вопрос. Вот обычно одежду из костюмной ткани, пиджаки, их нужно отдавать в химчистку. Как же быть с этим жилетом? А этот жилет нам не придется с тобой отдавать в химчистку. Мы с тобой его смело можем постирать дома. Но не забывайте, лавсановые нити не любят горячей температуры и не любят отбеливателей. Поэтому стираем в деликатном режиме. И, конечно же, могу тебе точно сказать, долго его гладить и утюжить не придется. Если вы его постирали в деликатном режиме, можете повесить на плечики, оно отвисится и можем снова его носить. Если вам покажется этого недостаточно, то глажка у нас с вами на режиме, опять же, низкой температуры. Ой, какая красота! Можно сэкономить лишние 5 минут и не гладить. Если вы тоже любите экономить свое время, звоните по номеру на ваших экранах и заказывайте. Номер лота 86-689. Цена 1390 рублей. Ну и давайте посмотрим на размеры нашей модели, чтобы вы могли сравнить, как на вас будет смотреться эта дизайнерская красивая модель. Итак, Милена у нас носит 52 размер. Роста у нее 176 сантиметров. И посмотри, как замечательно на таком росте наш жилет доходит до середины бедра. А между прочим, передние лацканы чуть-чуть более длинные. Опять же, это все играет на нашу стройность. Грудь у Миланы 104 сантиметров, объем талии 86 и объем бедер 119. Выбирает она для себя размер 52. Идеальная посадка, стройная фигура, высокое качество и возможность носки такого изделия круглый год.
Остается только успеть поймать ваш цвет и ваш размер.